Отличный залетает. 10 хп. Колдзера просто живет в этом смоке. Ну и Фоллин уже подошел, забирает Кейдженби. Колдзера каким-то образом забирает еще Эйзи. Господи, Мэджиск последний. И тут фер, в принципе, читается. 1-2 ситуация. Вот Мэджиска нужно тащить. И очень красный он остается. И 34 хп по атаку. Есть информация. Нельзя ни в коем случае пушить. Нужно забрать бомбу. Ну, так он идет. Пушит, пушит. Мэджиск разворачивается. Как же СК неаккуратно сыграли. Зачем 2 в 1 настолько быстро играть, агрессивно? У оппонента бомбы даже не было. Он должен был ее...